Всем привет, друзья! Привет! Сегодня буду работать я в пиковских домах моих любимых. Будем менять уплотнители, как обычно, убирать воздушный клапан, регулировка, смазка. Короче, подъезжаю. Заказчик меня нашел с ютубчика, посмотрел мои работы, ему все понравилось, он мне полностью доверяет. Говорит, Нурик там работает. Домик сейчас я вам покажу. Вот так этот ЖК выглядит со стороны. Еще достраиваются дома здесь. Green Park называется. Я буду работать вот в этом доме на 7 этаже. Вот такие вот красивые домики здесь. Хороший район, веселые, разноцветные. Так, наш дом дальше. Подъезд. Стекол куча стоит, меняет застройщик. Кидай. Меняем стекла. Так, 9-й. Нам 8-й здесь. Так, тут лучше не становиться. Тут тягают всякий материал. Станут. Вот такая тут модная дверь стоит. Крутая. Чик-чик. Ага. Я приехал из Курска, и вот у нас в городе очень специфичный язык. Вот он как русский, только курский, вот, серьезно. Там у нас беда нашего языка, это фрикативное «г», да? Мы все «гэкаем», это мы оттуда. Вот знаете, в английском языке есть буква «р», да? Нет. Есть буква «р», да? «Р», язычок к небу, «р», да? А у нас это «г», вот. «Г», язычок между легким. «Г», да? Спасибо. Здесь ремонтик доделывается. Это такие стандартные окошки пиковские. Низ, вверх. Да что ты, черт побери, такое несешь? Красивая стена рифленая. Еще, как обычно, все просто. Замена уплотнителя с регулировкой. На первый взгляд просто, а когда начинаешь снимать этот уплотнитель, он очень туго там держится. Крючком его выколупаю. Выколупать. Сов. Что просторечие? Колупе. Вынуть. Выковырять. Потом, когда сниму, вот эти углы, вот они деревянные, они не прижимаются. Здесь пластик спаянный. Нужно снять уплотнитель, профрезеровать сверлом углы, пластик весь. И потом сплошным контуром поставить уплотнитель по кругу. Также и на внешнем контуре тоже снимаю, фрезерую. Сейчас вам все покажу. Приступаем. Здесь тоже какая-то стройка будет напротив, да? Кто? Не забудь приложить руку головному убору. Отставим! Смирно! Равнели на середину! Руку! Руку! Товарищ полковник! Личный состав построил на работу готов! Дежурный батальон Шурат Хурбонов! Отлично. Начнем мы с этой комнаты, с центра. Детская, наверное, будет. Подоконники сняты. Клапана вот эти будем демонтировать, с которых вечно все дует. Thank you.
все, демонтировал уплотнитель старый. Смотрим теперь. Вот углы спаяны, о которых я говорил. Вот он спаянный, тут пластик. На внешней стороне окна. Окня, говорю, окна. Вот такая же тоже. Видите, перегородка. И только из кусочков сюда уплотнитель станет. Нужно профрезеровать. Вот таким вот образом. Одной рукой, я не знаю, получится показать вам. Вот, каждый угол так профрезеровали. Зачистили. Все, теперь здесь станет сплошным контуром уплотнитель. И будет все мягенько. Так нужно сделать на створке и на раме. Все, готово, лишнее срезаем, вычищаем. Ну, короче, таким образом, одной рукой неудобно и снимать, и показывать. Что-то типа такого должно получиться. В общем, продолжаем. Так, ну все, друзья, все углы профрезерованы. Здесь, здесь, здесь. Можно устанавливать уплотнитель. Уплотнитель я буду ставить серый. Заказчик спросил, какой хотите, серый или черный. Он говорит, давайте серый, как вы обычно ставите. Но он и серый, и черный одной формы, вот и такой. Смотрите, а стоял вот черный, один усик прижима был. Так, как бы вам показать так наглядно. Прижим был, вот он, один усик черный. Это паз вставляется. А будет теперь камера воздуха и один усик. Я же усик, меня спрашивают, а почему усы? Я говорю, так я же усик. Ну и пока я с ними летаю. Ну, короче, он шире, толще, мягче. Отлично будет. Потом подрегулирую, смажу, и все будет четко работать. Ну и по периметру окна пройдусь жидким пластиком, чтобы не было щели между откосом и окном. Продолжаем. Уплотнитель новенький теперь. Вот он теперь мягенький, везде стоит, нигде углы не выдавливают, не дубовые, мягкие. На раме то же самое. Вот он сплошным контуром идет. Вот, и будет окошко прижиматься теперь внутри и снаружи. Вот, соединение вверху делается, как положено. Этого почти не видно. Здесь уже сделали окошки поворотно-откидными все. Это очень удобно. Так, продолжаю. Теперь регулировка, смазка, чтобы нигде ничего не цепляло, закрывало плавненько и плотненько. А, еще я буду менять ручки. Вот эти стандартные ручки. Буду ставить вот, вот такие новые с замком. Вот такая вот история. А чтоб детки не открыли и не выпали в окно. На всех окнах заменим. Церковь там вдалеке вон. Я обожаю наш русский язык, вот особенно за умение им пользоваться. Если мягкий знак пропадает в таких словах, как церковь, морковь, да, то он обязательно появляется в словах приходить, уходить, суть, срут. Ну. Постоянно колокола звенят. Так, ну все, отрегулировал, смазал.
Вот такая ручка будет стоять. Здесь заменил одну, сейчас вторую заменил. Нажал, и все, ребенок ее не повернет. Пока вы ключиком не откроете. Вот штырек вышел, все открывается. Так, с этим окном все в порядке получилось. Все. А вот с правым была проблема. Вот здесь был болт один отломан, оно цепляло за нее, надо было перекрутить. Болт мешал, выломал болт, новый поставил, выше перекрутил. А здесь задняя часть, механизм не достает до отвертки и не прижимает эту заднюю часть. Чтобы это сделать, регулировка тут не получается это сделать. Нужно снять вот этот штапик и расклинить. Между окном и рамой есть расстояние. Сюда подложку вставляешь, эта часть отходит дальше и будет цепляться за ответку. Что я сейчас и сделаю. Так, поехали клинить. Вот она, полосочка идет. Вот видите, полосочка идет. Это настолько я ее раздавил. А теперь задняя часть будет прижиматься, доставать до отвертки. Так, ну все, готово, короче. Уплотнитель заменен. Прижимы сделаны. Дырочки здесь две от воздушного клапана я замазал жидким пластиком. Сейчас оно засохнет, сядет, будет ровненько. И еще вот такой момент. Вот рама расходится. С этих дырок все время дует. Вот между этой рамой и этой появилась щель. С нее зимой будет дуть. Я ее тоже сейчас залью жидким пластиком. Ну и все, в принципе, готово. Все отрегулировано, смазано. Короче, сейчас отверточкой подцеплю. Замажу эту щель. Вот здесь расходится вот эта щель, бывает. И здесь вот тоже начало расходиться уже. Такие окна. На самом деле, эти окна очень неплохие. Тут стоят окно мультифункциональное. Оно с напылением идет. Жару, короче, ультрафиолет весь не пропускает и тепло с дома не выпускает. Стекла козырные стоят во всех пиковских домах. Да и рама на самом деле неплохая. 70-й профиль, толстый, хороший. КБЕ профиль здесь стоит. Что написано? Да, профлиния 9. ПВХ КБЕ 3951. Да, все верно, вот он. ГОСТ. Хорошие окна. Фурнитура средней паршивости, варне. Но пойдет, служить будет. Все готово. Продолжаю еще два окна таких. Так, друзья, я уже собрался. Все закончил. Это первая комната. Оказывается, это не детская, это будет кухня. Здесь все готово. А это будет детская, Нурик? Вот это. Нурик? А, он, все. Че, привет всем, это кряк Нурика. Это, походу, детская, хотя не похоже на детскую. Спальня, наверное. Здесь тоже все заменил. Все готово. Уплотнитель, вот он, мягенький, новенький. Везде все прожимается. Вот щели я сделал жидким пластиком все, чтобы оно жирненько сделал, короче, чтобы будет даже если расходиться, не так будет щель появляться. И третья комната тоже готова. Не стал уже снимать все. Одно и то же. На первом окошке показал.
Все, поехал дальше на замер, друзья. Всем пока. Всех обнял, приподнял. На связи.